Дорогие друзья, в красный угол ринга приглашается боец из Полтавы, чемпион Украины по кэмпу карате. Он провел 2 боя, его результат 1 победа, 1 поражение, рост 170 сантиметров. Встречайте, Руслан Виценко! Весовой категории до 61 килограмма в синий угол ринга приглашается боец, который в своей карьере провел уже 3 профессиональных боя, в каждом одержал победу. Чемпион Европы по кэмпо карате, многократный чемпион Армении по кикбоксингу и тайскому боксу, 21 год, рост 168 сантиметров, Республика Армения, Левон Амбарцуган! Дамы и господа, весовая категория до 61 килограмма. Красный угол ринга, боец из Полтавы, Руслан Виценко. Синий угол ринга, боец из Армении, Левон Амбарцумян. Первый раунд. Тайм! Thank you.
Дамы и господа, на 4 минуте 11 секунде первого раунда по виду техническим нокаутом одержал боец в синем углу ринга Левон Амбарцумян, Армения!